Спортивные объекты ЦСКА пользуются огромной популярностью у любителей спорта и различных организаций. Не является исключением спортивный комплекс «Игровой». Здесь в середине марта прошел первый кубок госкорпорации «Росатом» по волейболу. Организаторы «Динамо-22» и первичная профсоюзная организация госкорпорации «Росатом». Задумали мы это все для того, чтобы сплотить наш коллектив, чтобы люди общались. Ну и спорт — это всегда хорошо. Состязания проходили в азартной и бескомпромиссной борьбе. Команды показали хорошую сыгранность и нацеленность на победу. В хорошей подготовке спортсменов-любителей бесспорно заслуга региональной общественной организации «Динамо-22», которая объединяет коллективы физической культуры и спорта, предприятия атомной отрасли, расположенных в московском регионе. Мероприятие проводится впервые. Задействовано сейчас у нас 13 команд. Надеюсь, что в следующем году будет больше. Также у нас проводится ежегодно кубок атомной промышленности по футболу, где вначале у нас первый раз было 16 команд, а на следующий год уже приехало 24. Поэтому думаю, что и здесь мы тоже будем процветать. Турнир завершен. Первым обладателем Кубка госкорпорации «Росатом» по волейболу стала команда ведущего проектно-изыскательского и научно-исследовательского института промышленной технологии.